В округе проходит ежегодная экологическая акция «Покорми птиц зимой». В парке «Малаховское озеро» старт акции дали министр экологии и природопользования Московской области Тихон Фирсов и председатель Совета депутатов Люберец Владимир Ружицкий. На Малаховском озере празднично. Забавы, катание на санках и ватрушках, хороводы с Дедом Морозом и Снегурочкой вокруг новогодней ели. Так в округе стартовала акция «Покорми птиц зимой». Малаховское озеро – это жемчужина Малаховки? Да! Красиво здесь? Да! И зимой, и летом? Да! В квартире у вас тепло? Да! А у птичек есть квартиры? Нет! Нет, им холодно. И покушать надо. Поэтому наша задача сохранить вот это многообразие птичек, все, что нас окружает. Вы делаете кормушки, вы кормите птичек. Не забываем, что нежаренные семечки мы должны туда положить. Крупные куски хлеба не надо. Вот сало не соленое можно тоже подкармливать. Можно также сухофруктами, можно небольшими кусочками свежих фруктов. Многие пришли в парк с кормушками, сделанными своими руками. Василий Удалов ее смастерил меньше, чем за час. Работал под руководством отца. Я хочу ее повесить в Малаховском парке. Это мое любимое место. Мы каждую зиму подкармливаем птичек, потому что они могут замерзнуть и умереть даже. Еда птицам нужна для того, чтобы организм вырабатывал тепло. Орнитологи подсчитали, что в морозы большинство пернатых погибает от недостатка калорий. И задача человека – прийти им на помощь. Зимой под снегом кормовой базы мало у птичек. И важно, чтобы мы поддержали лесных и городских наших обитателей, чтобы они могли хорошо перезимовать. Я надеюсь, что все последуют нашему примеру, как можно больше сделают кормушек и весело, хорошо проведут время. Всех с наступающим Новым годом. Акцию «Покорми птиц зимой» в Подмосковье проводят 7 лет. В этом году в округе развесят более 300 кормушек. В парках, скверах, возле школ и детских садов. Богдан Колесников, Денис Угольников, телеканал ЛРТ.